Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам, как создать свой мод в Майнкрафте Pocket Edition. Что ж, для этого вам понадобится любой файловый менеджер, в котором вы должны создать обычный файл. Ну, в данном моменте я нажму на плюсик и создам файл. Название файла может быть любым. Ну, я напишу мод. И после чего вы должны написать разрешение. Разрешение должно быть именно вот такое. Никакое другое. Иначе ваш мод просто не откроется и не заработает. После чего вы открываете его любым текстовым редактором. И начинаете изменять. Ну, я сразу ставлю готовый код. Вот, и с помощью этого кода или мода вы сможете заменять блоки алмазным блоком. Что ж, во-первых, давайте посмотрим. Функция. Это вот замена блока. Дальше идет ID предмета, с помощью которого мы будем заменять. 388 это ID изумруда. Но я сейчас поменяю на ID палки. И так, здесь 57, это блок алмаза, мы меняем на 1. Ну что ж, теперь я объясню, что у меня получилось. Теперь я изменил так. Если мы палкой тапнем по любому блоку, то наш блок превратится в камень. Да, цифра 1 это ID камня. И, кстати, одна такая фишка. Если вы открываете скобку, а скобку открывать надо обязательно, то у вас должна быть еще в конце закрытая скобка. Сколько у вас открытых скобок, столько должно быть закрытых скобок. Это как бы скобка открывает функцию и в конце она закрывает. Ну и закрытая скобка должна быть именно в конце. Их может быть 3, может быть 10, может быть сколько угодно. Сколько у вас функций. После чего сохраните мод. Вот, тапаете на него, и находите блок ланчер, и добавляете его как обычный мод. Добавляете, и все, ваш мод должен работать. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.